Влогеры номер один. Ну чё, про нас так часто пишут. Топ-влогеры. Сегодня 9 мая, дата, праздник Великой Победы. И Долгопрудненское ТВ попросило нас поснимать для них с коптера. Погода сегодня, конечно, ну вот моросит. Ну ничего, я думаю, мы пару пролетов сможем сделать в любом случае. Что, залезешь сама? Да, конечно, да. А еще есть он черепашка-ниндзя. Итак, мы почти прибыли на точку взлета. Готовится все к параду. Много людей на улице, очень много. Прямо. Да. И все школьники здесь выведены. Вот они еще не понимают, да? Ничего не понимают. А мы-то все понимаем. Ребята, готовимся сейчас ко взлету. У нас рядом Миша. Мы с ним 100 лет не виделись. Короче, Миша координирует действия на этой точке, чтобы мы взлетели. И, короче, он оберегает нас от полицейских. Ну да, или полицейских от вас. Попробуем взлететь. На них волнуется. Мандражируем. Мы, как всегда, мандражируем. Вот, и колонна уже где-то вдалеке идет. В принципе, уже надо готовиться, так что на. Они там идут или они стоят там? Не, ну они пока что-то стоят. Они должны, ну, как бы... 12 ведь? 12, да, идти. Микаэл запускает фантом, чтобы заснять ветеранов и людей, которые чтят этот праздник. Привет! А ты что, свой самолет не пригнал? Ну он у меня сюда на улице, мы не влез. Это самое холодное 9 мая на моей 27-летней памяти. А, и на моей тоже 27-летней тоже. На моей не помню. Ну тебе же 18 всегда. Да. Но тем не менее, мы сделали пару проходочек на коптере. И нам коммерческий директор, по секрету сказавший, Долгопрудный ТВ, обещал показать закуточки настоящего телевидения. Я думала, ты без меня пойдешь, мне чуть-чуть обидно стало. Да нет. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Пролегла между нами. Ребята, смотрите. Медиа, центр, телевидение и радио. Видно буковки-то. Буквы новые. Новые. Но нам коммерческий директор Миша сказал по секрету, что радио на самом деле нет. О, слушай, клево. Здесь ресепшн. Ого, клево. Там кабинет.
Слушай, я не ожидал. Я думал, долгопрунское телевидение, это будет что-то вообще... Слушай, ну это раньше было, да. А сейчас вообще, смотри, какая красота. Как... Очень грамотно сделано. А зачем эти микрофоны? А здесь дети, молодежный медиацентр, радио делают. Как они, ну, и пишут, и вещание, ну так. Прикол. Как, немножко баловство, но изучают. Ну, здесь там отдельная полиграфия наш. Это вся корреспондентская самая большая часть. Интернет-проекты здесь сидят, корреспонденты здесь сидят. Слушай, клево. Вот, это офигенная штука вообще, писать можно сразу там все. А, типа доска? Да, да, доска, ну, мелованная, все за... А есть написать что? Надо было тебе за, у тебя почерк красивее. Кофейку вам надо? Давай. Можно. И списали стены в долгопрунинском телевидении. Ну да, точно. И сердечко. Так здесь? Ну да. Дизайнеры, правильно? Да, она дизайнер, девочка была, она, ну, дизайн делала изначально все. Ну, это мой кабинет. О, клево. И все так, все прозрачно, все стекло. Ну, да, чтобы все было видно, это как бы просто... Просто коробка это... от холодильника. Это лаунж. Ой, как здорово. Это монтажное, да, настоящее? Да, типа. Конечно. А там что за стекло? А там студия. Зая, стекло, как ты хотела прям. Да. Как стекло, о котором ты всегда мечтала. Ну вот, сверху, да, слева. Да, такое хочу стекло. Загримировался и пошел на эфир. Мне прям нравится. Если надо, отпарил там себя, всех людей. А, вот. Здесь? Декорация, конечно. Ох ты, классно как. Ух ты, обалдеть. Для моей инсталляции мы отдельно писали стихи. Здесь получается две зоны. Зона на программу. Наш город и зона для новостей. Ну, это есть, телесуфлер? Да, суфлер, свет, все дела, камеры. Ну, просто сейчас так расставлено, как бы, как есть. А где ведущий сидит? А ведущий, ну вот здесь обычно наш город, там гость, здесь задешечка и ведущий новостей. Ну, не, а вот за столом, стоит. Когда вот сидят? Не, а мы стоя делаем. А, стоя? От стола отказались просто. Как, ну, может, поставим еще, если два ведущих сделаем, поставим там стол какой-то. Замерзли? Сынок, мы очень любим хинкали. И в том месте, где их готовят, всегда очень холодно. Почему-то мы в прошлый раз тоже были в холоде. Да, это вот камера смотрит на мою грудь. Куда ей еще смотреть, да? Вот. Ребята, также хотим сообщить, что в нашем магазине Marmelade Show проходит конкурс, в котором вы можете принять участие и выиграть набор сладостей. Подписывайтесь на группу, оставляйте комментарии под постом и делайте репосты. И вот такой вот набор сладостей вам достанется вот вообще за просто так. А мы отправим вам бесплатно. А если кто-то подпишет, что от покатушек, мы доложим еще что-нибудь вкусненькое. Докладем. Че? Давай. Два варианта, как можно кушать хинкали. Либо руками, либо вилкой. У нас на нашей паре это все показано. Я руками вилкой ест. Но я правильнее. А все я. Верю в тебя.